Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Сегодня обзор на книгу «Принцесса Диана. Жизнь, рассказанная ею самой». Я прочитала ее в электронном варианте, поэтому печатную версию вам показать не могу. Это мое субъективное мнение, мой отзыв, мой обзор. Вы можете считать по-другому. Сколько людей, столько и мнений. Каждый видит со своей стороны и по-своему. И эта книга – воспоминания и записи. То, как принцесса Диана помнила события своей жизни, своего детства. Ее обида на мать, отца, мачеху. Детские воспоминания, как она все воспринимала. Замужество, жизнь в дворце, в имениях. Ее влюбленность в принца и своего мужа. Его отношение к ней и отношение к ней всех окружающих. Дети, друзья, сестры, поклонники, вернее сказать, толпу людей, которые ее ждали, приветствовали и хотели ее видеть. Любимые сыновья. Своим единственным другом она называла своего старшего сына. Развод и жизнь после развода. Есть графа «Мои мужчины». Очень многие мысли повторяются несколько раз. Это записи, мысли, возможно, не до конца отредактированные, вероятно, не рассчитанные для печати. И она несколько раз пишет, что предчувствует свою скорую гибель. Это весь обзор на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.